один пожилой еврей, старый еврей, звонит своему другу, который недавно переехал на постоянное место жительства в Германию. Такому же там 80-летнему старикашке говорит: «Моша, ну как ты там живешь, как ты там устроился?» Он говорит: «Ты не представляешь, устроился замечательно, я вот даже на работу себе нашел». «Как? Ты нашел работу в твоем возрасте? Что за работа?» Говорит: «Ну, замечательная работа, просто прекрасная, я работаю в крематории». «Ты работаешь в крематории? Может, что ты там делаешь?» Он говорит: «Абрам, ты не поверишь, я немцев жгу». Сжигаю, да. Я немцев сжигаю, да, волнение.